Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами находимся на таком экзамене для дизайнера на съемках лукбука. В этот момент мы как бы сдаем наш полугодовой план, полугодовую работу. И сегодня мы снимаем осень-зиму 2015-2016, то есть что-то, что будут носить модницы, красавицы ровно через год. Electrify your mind. Делали прическу в японском стиле, так как в Древней Японии было модно делать гладкие прически, либо пучки. Мы собрали на прямой пробор два хвоста высоко, добавили блеск для волос и закрепили. Мы сделали такую фэшн-вариацию, да, на тему Японии с яркими оттенками, немножко даже кукольный аниме-вариант вместе с прической. Мне кажется, отлично будет отражать коллекцию, которая у нас есть. И я постаралась максимально сделать такой сочный, именно, наверное, аниме больше даже. Я использовала пигменты рассыпчатые, также использовала хайлайт минеральный для того, чтобы подсветить кожу, сделать ее такой глянцевой, потому что японцы, мне кажется, фанатеют от вида идеальной сияющей кожи, поэтому я придала ей как раз такой блеск. Ну, естественно, подводка, стрелки. Основная тема коллекции, так скажем, Дальний Восток, наши границы. Тема Востока, из-за того, что я многие годы занималась спа, она мне близка. Я провела много времени в Китае. Когда мы готовили коллекцию, мы пересмотрели огромное количество и современного искусства китайского, и гравюр, и попытались посмотреть в записи китайскую оперу, фильмы китайских режиссеров, как и классических, так и современных. И, в общем, надо сказать, что я очень благодарна своей профессии, потому что каждая коллекция – это серьезное изучение того вопроса, над которым ты сегодня работаешь. Здесь не может быть поверхностности, иначе коллекция тоже будет очень плоская и очень поверхностная. Сегодня здесь мой обожаемый фотограф Дима Исхаков. Каждый лукбук для меня – это челлендж, каждый лукбук – это заявка на какое-то искусство. И поэтому это то, чего я очень жду. Когда мы снимаем с Димой один лукбук, я уже думаю, какой будет следующий. В качестве стилиста моя дорогая подруга Марина Долидзе, человек с грандиозным опытом, человек, который начинал работать и на мюзиклах, и на телевидении, и создал свою компанию. Но так как это моя подруга, мне с ней работать еще и очень легко, потому что понимаем друг друга уже с полуслова. Привет каналу Fashion One. Привет канал Fashion One. Привет, дорогие друзья. Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.